О царь, все мы, и ты, и твои жены, советники и министры, а также все движущиеся и неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во Вселенной, просто в течение какого-то времени играем свои роли. Мы ничего не знали об этих ролях до рождения и забудем о них после смерти. Поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально. Комментарий Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада. Философы Майявади заявляют, что Брахман – живое существо, реально, а его пребывание в теле – иллюзорно. Брахма Сатьям Джаган Митхья. Но согласно вайшнавской философии, наше нынешнее положение не иллюзорно, а временно. Оно подобно сну. Мы не видим снов, пока бодрствуем. И немедленно забываем о них при пробуждении. Сновидения существуют для нас только во время сна. Поэтому в силу их мимолетного, в силу их мимолетности, их можно назвать иллюзией. Таким же непостоянством отличается и все материальное творение, включающее в себя, в частности, и результаты нашей собственной творческой деятельности. Как мы обычно не относимся всерьез к содержанию наших прошлых и будущих снов, так же спокойно, без лишних переживаний, следует относиться к снам, которые мы видим сейчас, и к нашей похожей на сон жизни. Таково подлинное знание. О царь, все мы, и ты, и твои жены, советники и министры, а также все движущиеся и неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во Вселенной, просто в течение какого-то времени играем свои роли. Мы ничего не знали об этих ролях до рождения и забудем о них после смерти. Поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально. Нарада Янгира наставляет Читракет. Если вкратце разобрать эту историю, смысл ее таков, что у царя не было детей, было очень много жен, они не могли дать ему потомство. И он, ему ничего не пришлось делать, пойти к мудрецам, попросить их милости. Мудрецы сказали, тебе по карме не положено, ему детей просто и все. Читракету сказал, это не я хочу детей, у меня же царство, я же должен передать кому-то, пожалуйста, вы можете просто пойти вне всяких там законов кармы, вы же можете это. Ну, и в итоге мудрецы сказали, ладно, хорошо, будут у тебя дети. И так получилось, что у них одна жена родила, то есть специальный ритуал был сделан, и жена родила. Но при этом мудрецы сказали, ты будешь очень счастлив, и ровно столько ты же будешь страдать, испытаешься страдания, счастье, страдания, вот такого ребенка. И Читракета, он услышал первое, что я буду счастлив, а страдания уже не слышал этого слова, потому что на того, что у него был дети, он уже испытал блаженство и подумал, а там что будет, то будет. И в итоге, когда родился ребенок, через какое-то время там был праздник, было такое счастье все, и потом ребенок. Остальные жены позавидовали той жене, которая родила, взяли, отравили ребенка, ребенок умер, Читракету в шоке, чуть сознание, он потерял сознание, чуть не умер. И пришли мудрецы, в общем, сказали, что ж ты грустишь-то, потому что мы сказали, что счастье, страдания идут на голову. Читракету начал плакать, и тогда мудрецы начали ему говорить, что ты сокрушаешься бессмысленно, зачем? Ты думал, что это тело, это был ребенок. Читракету не мог понять, о чем они говорят. Потому что его желание иметь детей настолько переполнило его, что он забыл все законы реального мира. И тогда Нарада Муни скажет, ну что тебе, может быть, позвать этого ребенка твоего, чтобы ты убедился. И он открыл Читракету видение царю. Открыл ему зрение. И позвал этого сына. Душу этого сына. А ты не хочешь пообщаться с отцом? Ты только беспокойство принес отцу. Может быть, ты объяснишь все-таки, что произошло? Зачем ты это сделал? Читракета наблюдал, и сын сказал, ну не тело, а душа. Он сказал, это мой отец? А сколько таких отцов у меня уже было? Какой ты из них? Сотни, тысячи, миллионы отцов у меня уже было. А какой ты из них? Почему ты считаешь, что это твой сын? Я не считаю тебя своим сыном. У тебя таких сыновей тоже очень много было. И какой из них твой сейчас? Нет, я просто пришел, чтобы принести тебе счастье и немножко страдания. Потому что ты тоже мне когда-то принес.
карма, все. Поэтому Хари Кришна, папа, я пошел. Не-не. И все, и ушел. И папа получил просто просветление от такого даршана, от такого общения. И Нарна ему говорит, ну что? Он говорит, как ты себя чувствуешь? Что сделаешь, Читракету? Посмотрел на всех, поставил все царство и сказал, Хари Кришна, я пошел. Мне нечего здесь делать, я уже все понял. Что весь этот мир иллюзорен, потому что мы здесь собрались, вот мудрецы говорят, что здесь иллюзор на общем. Пойду-ка я к себе домой. То есть, другими словами, что Прабхупада говорит здесь в комментарии, то есть наша жизнь, она подобна сну. Ну, как во сне здесь живем, хотя нам кажется, что это реальность. И какая причина этой иллюзорности? Наша сильная вера, что это реальность. У нас есть сильное желание верить, что это реальность. У нас есть планы. И Кришна, будучи Верховной Личностью Бога, исполняет все наши желания. Он говорит, хорошо, я тебе одену розовые очки. Смотри, как будто это все реально. Но не забывай, что это временно. Что придет время, ты почувствуешь, что те дни, которые ты проживал там, ты их уже не помнишь. Как во сне, мы не помним сны, Прабхупада говорит. То есть, другими словами, что Прабхупада всегда, почти что во всех лекциях, обязательно будет говорить, почти что во всех комментариях, он или намеком, или прямым текстом будет говорить, мы не это тело. И многие думают, так сколько можно раз уже это говорить, и так это понятно. Нет, непонятно, значит, если мы реагируем на это. То есть, это первое, что должен человек осознать, мы не это тело. Пока мы будем думать, что мы это тело, мы будем находиться в иллюзии. Наше мышление будет иллюзорное, все наши поступки, они будут как бы иллюзорные. Но с другой стороны, они будут реальные. В каком плане? В плане, то, что они временные. То есть, что такое иллюзия? Это то, что временно существует, потом этого не будет. И последствия или действия, которые мы совершаем, последствия их обязательно отразятся на нашей будущей жизни или на нашем будущем сне. Да, например, как человек увидит, вот падает мне пример такой приводит, если человек увидит утром золото, вечером гору, а во сне ему приснится золотая гора. Так вот этот мир. Все накладываются у нас на какие-то события, и потом нам снятся сны какие-то, мы не понимаем, почему такие события происходят. Просто накладываются разные впечатления нашего дня, наших переживаний, одно на другое подсознание. И в течение сна, когда мы спим, оно всплывает, это все накладывается, нам кажется, что это все реально. Почему? Золотая гора, почему нет? Также наша жизнь, когда мы живем, нам кажется, что это все реально, но на самом деле это накладки разные. Мы где-то что-то узнали, пожелали, где-то что-то увидели, пожелали, где-то что-то услышали, пожелали. И потом мы эти желания синтезируем с помощью ума, некий такой баланс вводим, и потом у нас проявляются эти желания уже в виде реальности, и нам кажется, о, как это интересно, откуда это взялось. Но на самом деле это просто наши желания, они просто воплощаются так. Поэтому задача человека освободиться из материального плена, из материальных желаний, что эта ловушка очень могущественная. И как же все-таки вырваться с этого лабиринта? Как проснуться от этого сна? Но это сон очень серьезный, такой дремучий сон. Что проснуться это просто титанический труд. Как же нужно проснуться? Просто начать менять желания с материальных на духовные. Вот и все. И где же взять эти желания духовности? Мы ничего не понимаем в духовности, если мы не знаем, какие желания могут быть духовными. Господь Читание говорит, да просто воспевайте и танцуйте, пойте и танцуйте, кушайте пищу духовную, изучайте Писание, где описывается духовная реальность. И Бхагава там, он учит этому. Бхагавад-гита научит законам материального мира. То есть Бхагавад-гита учит, как понять Кришну, как понять духовный мир. А Бхагава там, он учит любви к Богу. То есть нужно последовательно изучить букварь, потом уже какую-то там грамматику, уже больше надо изучать какие-то науки. Также здесь Бхагавад-гиту сначала букварь, потом Бхагаватам открывать будет духовный мир. Бхагаватам это окно в духовный мир. Шлоки, которые здесь написаны, это окна в духовный мир. То есть если мы будем изучать Бхагаватам, нам постепенно будет открываться духовная реальность. То есть описывается, что такое духовный мир. И когда мы изучим Бхагаватам, можно будет открыть аспирантуру уже. И аспирантура это учение Господа Читания, читание Чаритамрита. Тогда Господь Читания нам откроет сокровенные игры Бога. Пока мы не готовы, мы не сможем их понять. Нам будет очень сложно. Поэтому мы занимаемся практикой духовной каждый день. Для чего? Чтобы самое главное очистить сердце от грязи, от материальных желаний. Поэтому каждый день мы должны пропивать утром или
вместе собираться, петь, осознавать, что мы поем, то есть прочитать перевод сначала, осознать, пропеваем. Каждый раз мы кланяемся. Кто-то думает, зачем кланяться это нужно, зачем это такое? Может быть тяжело, как-то. Нет, нужно кланяться по одной простой причине. Именно гордость нам не дает подняться на духовный уровень. Голова – это самая горделивая часть нашего организма. Она гордится глазами, носом, ртом, ушами, мозгами какими-никакими там. То есть она постоянно гордится этим. И эту гордость нужно склонять просто периодически, чтобы смирение пришло. Один раз духовный учитель, он там практики показал, что голова горделивая. То есть с нами один был человек гордый очень такой, не кланяется. Причем он с христианской традиции в святое место приехал, в Майпу. И он так, ну, просто пришлось с русскими ходить, потому что он другого языка не знает, приходится с русскими ходить. Ну а мы все занимаемся практиками, входим в храмы, молимся там, поклоняемся. И он везде с нами, везде. И нигде не кланяется. Я ему говорю: Олег, почему ты не кланяешься? Я только Богу кланяюсь. Да ты в алтарь заходишь, там Бог на алтаре стоит. Нет, это не Бог, это статуя какая-то. Ладно. Ты же видишь, все кланяются. Я не знаю, что они кланяются, глупые. Я говорю: ну что себе глупые? Ты зачем со мной общаешься, если я глупый человек? Ну ты не глупый. Я говорю, я тоже кланяюсь. Но я не знаю, почему ты кланяешься. Ну, в общем, вот так он разговаривался. И потом духовный учитель заходит. То есть лекции каждое утро давал, гуру заходит, и все кланяются, он не кланяется. Я говорю: Олег, почему ты не кланяешься? Я только Богу кланяюсь. Я говорю: так это представитель Бога, гуру. Поклонись ему, это то же самое, что ты Богу поклонишься. Нет, я только Богу кланяюсь. Ну такой Бог. И в конце концов, в одно из утра мы выходим с завтрака, покушали, выходим, мы говорим: хорош. Я иду за него рядом. Он говорит: ну что, как дела твои? Я говорю: все хорошо, говорю, хорошо. Вот с нами один человек гордый очень такой. Не кланяется никогда. Гордый. Да, гордый. Прям гордый. Прям гордый. И я чувствую подбородку. Я понимаю, что это Бог устраивает все. Говорит: смотри, раз ты это видишь, значит тебе тоже это есть. И не факт, что ты кланяешься, не кланяешься. Гордость там может остаться. Прям гордый. Я морщу. Ну дальше идем, улыбается. Ну, понял, что я как бы понял, урок все это принял. И в этот же вечер, вечером лекция, собирается очень много преданных учеников, Махарадж приходит, он дает лекцию, и в конце лекции говорит: на самом деле нам гордость не дает возможность понять духовную реальность, прийти в духовный мир, принять гуру. Гордость – это единственная причина. Поэтому мы кланяемся, чтобы наша голова горделивая просто вот перестала гордиться. Сначала с этого начинаем, а потом придет уже смирение. И когда он это начал говорить, я опять забыл, и я смотрю на этого Олега. Да, Гуру Махарадж, вот так его. То есть я забыл, я потерялся опять. И смотрю на него, как он реагирует. И он такой сидит, дуется. Я говорю: вот так. И сижу на возле. Ну, Гуру Махарадж вот так сидит, и я вот здесь сижу, там возле него. Он на Вьясасане сидит, на возвышенности, я внизу сижу. Он говорит: вы не верите, что голова самая горделивая? Ну, все преданные понимают, о чем Гуру Махарадж говорит. Мы говорим: верим. А он такой сидит, типа, не верю. Ну, Гуру Махарадж говорит: ну, смотрите, вот простое доказательство. Раз на видео. Что такое? Он наклоняется так, и меня по плечу так. Я сижу, думаю. Он говорит: смотрите, ну как сидел, так и сидит. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. Я сижу, думаю: прям, ничего не очевидно. Ну просто классно, говорю: хорошо, коснулся меня, благословил. Здорово, еще благословил. Он говорит: пожалуйста, смотрите, говорит, теперь еще. Наклоняется и прям меня. Три раза прям. Там внутри просто, знаете, ядерная война. Я покраснел немножко там, побелел сначала. Я говорю: смотрите. Те же самые удары. Только одни по плечу, другие по голове. Вот она гордость. Как такое возможно? Как такой пример? Поэтому, говорит, склонять голову нужно просто хотя бы для того, чтобы научиться быть смиренным. Потом придет понимание, что такое гордость, что такое смирение, что
то надо кланяться на самом деле, потому что мы хотим этого. Мы хотим опуститься немножко ниже, чтобы сверху на нас милость пролилась. Река вверх не текет. Река текет сверху вниз. Так знание стекает. Так можно милость получать. Поэтому с этого наша жизнь начинается. Научиться быть смиренными. Это первое качество ученика. Если человек культивирует все смирение, незамедлительно Кришна в его сердце будет посылать ему гуру. Сначала мы внутри будем чувствовать, что гуру где-то здесь. Наставления каких-то друзей, от людей, от птиц, от рыб, мы будем чувствовать, что они как-то нам, нас чему-то учат. Так гуру действует. Так Господь Нитянанда на самом деле в сердце, он изначальный духовный учитель, он в сердце каждого живого существа, как ади-гуру, изначальный, то есть гуру. Он нам подсказывает, наша вера усиливается, и потом, как только мы созреваем, Прабхупада нам посылает духовного учителя уже в теле. Все, мы не ошибемся, что это наш гуру. Все, теперь просто смиренно нужно вопрошать, задавать вопросы, слушать его, служить духовному учителю. И милость на нас прольется, откроется. Зрение духовное по милости духовному учителя. Мы поем, да, здесь молитву терпели. Что по милости гуру откроется зрение. Все, тогда мы увидим реальность, тогда мы поймем, что здесь все реализовано, все действительно. Нет смысла тратить много энергии на внешние вещи. Экономить ее надо, эту энергию, и вовнутрь вгонять себе. И каждое утро нужно тренироваться так, чтобы наш внутренний потенциал в конце концов мог раскрыться. Потому что он у каждого из нас очень могущественный внутри. Его только нужно раскрыть. Как? Взять внешние объекты чувств, собрать их куда-то, выкинуть. И вовнутрь их туда. Их вовнутрь. Энергию вовнутрь. Туда прям вбирать, вбирать ее. В медитации сидеть, мантру повторять, воспевать святое имя. Просить: Господь, защити меня, пожалуйста, от этих мыслей дурных. Защити меня от этого безумия, от этих желаний материальных. Я уже устал здесь. Пожалуйста, сделай что-то такое, чтобы я мог... Ну, а тебе больше помнить, нежели об этих внешних вещах, потому что они иллюзорные. Все, самое лучшее, что можно сделать, это просто посвятить свою жизнь миссии духовного учителя. То есть внять миссию гуру себе в сердце, просто как свою собственную, как будто это моя миссия. Так мы можем свое ложное эго, вот эту гордость, одухотворить просто. Я и мое это гордость. Так пусть я и мое это будет миссия гуру. То есть делать то, что узнавать настроение духовного учителя, делать то, что делает Гуру. Все, тогда мы сосредоточимся на духовном. Мы получим духовного учителя. А внешние вещи мы можем также выполнять обязанности семейные, воспитывать детей, работать где-то. То есть эти внешние вещи продолжаются. Но наш внутренний мир должен поменяться совсем. Иначе мы привяжемся опять к этому миру, иначе мы опять получим рождение, и не факт, что человеческое. Вот и все, вот и весь выбор. Трезвое мышление, сильный разум, сильная вера, общение с такими же, как я. Тогда я меняюсь. Если я общаюсь не с такими, как я таким стану, таким, как с кем я общаюсь. С кем поведешься, того наведешься. Нам очень важно встречаться, собираться, дружить, общаться, обсуждать духовное писание. Не обсуждать там мирские всякие там дела. А духовное писание, чтобы наше сознание перевернулось просто, перетрансформировалось. В этом принцип духовной жизни. Мы сегодня провели очень хороший день, понаблюдайте теперь, как пройдет ваш прежний, ваш весь день, как он пройдет, понаблюдайте. И вы увидите колоссальную разницу, отличающуюся от тех дней. Просто потому, что мы внутренний духовный блок провели вместе. Наше сознание было здесь, оно никуда не ходит. А в одиночестве это очень тяжело. Поэтому, если есть возможность, можете просто вот запланировать раз хотя бы в неделю, какой-то день выбрать удобный для всех. Собираться, помещение хорошее, много места не нужно. Собирайтесь в 6 утра, читайте джапу вместе, пробивайте службу, читайте Бхагаватам, кушайте просад. Пожалуйста. Разные виды хотя бы. Если нет храма в городе, нужно там делать. Почему нет? Потом постепенно станете хорошей семьей, крепкой командой. Определяться обязательно лидеры какие-то. Уважайте лидеров. Лидеры должны служить другим. Отдавать себя полностью, без остатка. Заботьтесь обо всех. И я вас уверяю, Кришна вам пошлет разум, он даст сразу вам построить храм. За короткое время. Даже сами не поймете, как это произойдет. Кришна чудесный. Он такой шутник. Он может такие чудеса творить. С ровного места может все просто так нарисовать. Он там. Сначала может быть помещение какое-то снимет. Потом кто-то научится пуджарить, служить божествам. Потом приедет сюда, обязательно приедет какой-то человек, установит стандарт, ну, божества. Общайтесь, дружите просто. Пусть это не будет у вас какая-то фанатичная, сектантская какая-то настройка. Нет, просто вы друзья.
Просто, друзья, у вас есть одна цель какая-то общая. Адаптируйте ее. Не ставьте высоких стандартов. Учитывайте время, место, обстоятельства. И что-то делайте для любви, для Кришны. Все ищут на самом деле этого. Никому этот мир уже всем надоел. Все просто выживают как могут. Потому что другого-то ничего нет. То есть это другое будет у вас здесь. Что-то другое. То есть куда-то люди придут. Где-то отдушины еще. Кришна очень доволен будет вами всеми. Он хоть что-то ценное делает в своей жизни. То есть почитание сегодня он просто вас всех обливал милостью. Он стоял, он танцевал и плакал сегодня. От счастья. Неужели такое возможно? Где-то в Перми в какой-то. Пришли бабки, поют, как быстро танцуют, молятся. Всех сегодня молятся рано. Нет, Господи, читание. Так Кришна действует. Люди воспевают его имена, поют и все, все благословения. Давайте, время, может быть, на вопросы какие-то доставим немножко, сколько у нас осталось. 40 минут. А, буквально 10 минут. Давайте, 10 минут, вопрос, ответ, нужно что-то давать, обсуждали. Ну, последняя встреча сегодня, по крайней мере, я вот так не жить в этот день. Я вчера хотел еще спросить по поводу, ну, например, кожаных изделий, которые уже есть, что с ними сделать? Выбросить вроде как, ну, там, дать кому-то? Не фанатейте, да, можно отдать кому-то, ну, как бы обувь пока, например, куда вы ее выкинете? Пока ходите, ничего страшного, не фанатейте, то есть не надо так прямо. Но если есть куртки всякие, вот эти тяжелые, более тяжелая энергия, ну, отдайте кому-нибудь, конечно, бомжам каким-нибудь, или людям бездомным, просто отдайте. Ну, тяжело, ложное эго будет, так это же мое. Я же денег заплатил. Вот тест как раз такой. Ничего страшного, доверьтесь Кришне, обязательно что-то появится другое. То есть отдавайте. Если есть возможность, отдайте тяжелую. Она карма тяжелая. Она не дает немножко как бы чувствовать себя комфортно. Даже не немножко. А обувь, ну не фанатейте, потом со временем, ну что, купите маленькие и все. Бойлось, как прощайте раньше были вообще. Теплые, там никакого убийства ничего нет. Но если прям ну, нет вариантов, не фанатейте, носите, что поделать. Кришна милость. Ну что? Он все понимает, он учитывает время, если психолога. Что фанатеть? Оденьте то, что есть. Ничего страшного. Без фанатизма, просто самое главное. А то так все поубрасывать придется. Там подобраться по-серьезному. Там полквартиры надо вытянуть просто. А то и все. Прям взять эту бетонную квартиру, это просто бетон, это гроб. Бетонный гроб, все, уезжает. Все, что в ней, уже все спернено, все, поехали в деревню. Буду жить в деревянном доме. Не надо фанатеть. Шрила Прабхупада говорил, научитесь задействовать материальную энергию в служении Кришне. Оставайтесь в миру, потому что вы будете сильнее прогрессировать, нежели святые люди, которые живут в святых местах. Вы будете сильнее прогрессировать, если вы будете в западных городах, в тяжелых, проповедовать, давать людям знания. Распространять эту философию, если давать, давать. И вы будете говорит, быстрее расти даже, нежели люди, которые живут даже на Радхакунде. То есть вот это отречение настоящее. То есть мы живем в миру и не привязываемся. Вот это отречение. Самое настоящее. Не привязываться. Какой смысл к чему-то привязываться, если нам ничего не принадлежит? А что нам здесь принадлежит? Ничего не принадлежит здесь. Не привязываемся и все. Пример приводит. Идете возле банка. Павел, пример. Ты говоришь, я отрекаюсь от этого банка. Ну что от него отрекаться? Не наш банк, даже глупо просто. Так же и здесь. От чего здесь отрекаться? Нам ничего не принадлежит. Задействовать нужно просто в служении. Все. Тогда мы такие отреченные люди настоящие, не привязаны. Как мотивировать на настроение смирения и вообще смирения? Служите всем. Служите просто, изучайте личности, которые смиренны. Прабхупада, почитайте автобиографию Прабхупады. Он будет такой смиренный почувствовать, он передаст его кому. Всегда склоняйте свою к стопам, особенно тем людям, которые вам не нравятся. Враги, доброжелатели. Так охота их покритиковать, а то из-за их хотя бы в уме пощечину укрепить. Но как только эти мысли полезли, сразу ум свой в стоп опускайте. Потому что со стоп как-то уже не врежешь никому. Да? Уже как-то не покритикуешь, если ты к стопам уже раз, да. Что ты можешь с ними там мякать? Но если когда мы выше, урод.
хочу и то, и так хочу сказать, и подсказать, и научить, и разуметь. Нет, смирение подразумевает, я опускаю свой ум сначала ниже плинтуса. Убирайтесь, грязные места убирайте. Это видите грязное место, подъезд грязный. Ну возьмите тряпочку, веничек, и поленитесь 5 минут. Подведите лестницу в площадку хотя бы. Особенно возле соседа, которого не нравится. Чтобы он не видел. Если раз убрались, тоже будет смирение, вырабатывается очень сильно. Туалеты грязные, если гости пришли, там, видите грязный туалет. Не фукайте там. Постучите рукава, просто закройтесь, наведите порядок. Так, это свое сердце очищает, потому что это отражение моего сердца. Все, что мы видим вокруг нас, это наше сердце. Оно отражается. То есть, его увидит, какой пласт грязи слезет. Я 8 дней жил в храме Шилоицком до сознания Кришны. Я там этому научился, мне там сказали местные монахи, что если хочешь почистить свое сердце, занимайся карма-йогой и ищи тяжелую работу, грязную. Чем тяжелее грязней найдешь работу, тем больше грязи сердца будет. Как только они это сказали, я сказал, не дай Бог это стоит за рекуперацию. Но на 8 дней туалет мой. Все. Если хотите быть врагом моим, и я 8 дней, ну туалеты. Это не наши туалеты городские. Это было в лесу. Это тайга в лесу. Там просто уличный туалет. Воды ничего нет. Вот так сердце чистится. То есть ищите моменты разные, можете над гордостью работать. Противоположное качество смирения, гордость. Если чувствуешь где-то я в моей жизни, все в этом направлении работы. А духовный мир начинает? Нет. Там это естественно происходит. Там это, то есть это здесь у нас как практика какая-то. Там это не практика, там это естественно. Там махамантра, она пронизана, там везде она звучит, без колонок, без микрофонов. Она в пространстве, потому что без почитания танцует всегда. Есть место во Вриндаване, на Далоке Вриндаване, которое называется Ударе Дхамма. Это милость. Ударе – это милость. Дхамма – это обитель. Обитель – милость. Обитель Господа читания, где он постоянно кирпа танцует, без остановки. Там он звучит просто на весь духовный мир. И всякие там проводов, и там колонны, и из-за чего. Просто все. И вы просто слышите, вы пропитаны этой махамантрой. То есть вы состоите из махамантры там. Причем вы не понимаете, знаете, как рыба в воде, она другой рыбе спрашивает, ты не видела воду, как вообще вода выглядит? Ну, то есть незаметно это все. Но она в воде живет уже. Так же махамантра. Точно. Это три центральные энергии, Радхарани, Кришна. Наслаждение, влечение, мы там состоим из этого всего постоянно. Но пока мы будем из этого тела, нам еще надо будет повторять, даже не тело. Повторять надо будет махамантру все равно, потому что материальный мир не находится, махамантра не должна отличаться. Поэтому иногда нужно в уме учиться повторять мантру, не только в слухе. Еще в уме, надо учиться в уме. Потому что тело в любой момент нужно оставить, а мантру надо повторять. Надо в уме повторять. Если мы научимся, то мы будем просто немножко испуганы, ошарашены, что-то дальше делать, где мои четки там и так далее. Я же обед дал, думаю, пора. Тогда ум, включайте ум, на уме, мантру, уме должны включать, всегда. Тогда будете всегда в тонусе здесь. Всегда будете понимать, что происходит. Не потеряйтесь. Извините, вообще потрясающе. Понимаете, что обращаться на прямую, поскольку это очень много позиций, и лучше обращаться через духовный учитель. Когда мы читаем джапу, как иначе он бегает, и иногда хочется на чем-то сосредоточить, то есть лучше медитировать не будет, получается. Самое лучшее, да, медитация, это наставление духовного учителя. То есть погружаетесь в это время, думаете о наставлении, как выполнить. Вы находитесь в совершенной медитации, что Прабхупада уже говорит. Совершенная медитация, когда ученик медитирует на наставление гуру, пытается их воплотить, он их как бы обдумывает. В анализе погружен постоянно. Как будто не постановление духовного учителя. Совершенная медитация. В момент джапы лучше не думать вообще ни о чем. Просто слушать святое имя. Гуру Бедовой. Либо слушать голос гуру. Рядом будет джапа где-то слушает. Можно медитировать на стопы духовного учителя. То есть на его миссию. На его качество хорошее. Но и к Кришне все равно можно обращаться.
все равно гордость есть. Куда ты денешься? Тебе лучше к Кришне обращаться, чем к полубогам. Лучше напрямую ко мне. Зачем к полубогам? Идите ко мне. Да, если мы обращаемся к Кришне, значит, Гуру нам дал санкцию обратиться к нему. Все это значит, мы через Гуру обращаемся. Если у нас есть духовный учитель, мы обращаемся к Кришне, то значит, мы санкции Гуру обращаемся. То есть Гуру нас уже подвел к Кришне. Такой вариант. Но это только смирение должно быть сильным. Но если нет, то лучше духовному учителю. Да, все плоды духовному учителю задавать своей деятельности. Не Кришне. Гуру отдаем. Мы кормим не Кришну, мы Гуру кормим. А Гуру нашу, то, что мы предлагаем Кришне, он не кушает. Он говорит, мои ученики, сиди, я сам открою. Ноль полный. У них нет никакой квалификации, ничего нет. Прими, пожалуйста, они так с любовью готовили. И Кришна принимает, потому что Гуру просит. Он говорит, ну раз ты просишь, конечно, примет. Другой вопрос. Говорится, что Кришна кушает пищу, ту, которую только приготовила Шримати Радхарани. Мама еще, все. Больше он не ест. Тогда кого мы кормим, получается? Если он не ест нашу пищу. Но он просто смотрит на нее и все. Это то же самое, что он ее поет. Он смотрит и думает, чего она готовит? И он уже вкусил, значит, ее. Просто одним взглядом пища духотворяется. Иногда бывает с алтаря, он так смотрит, что она поставила. И мандарины летят прям просто с алтаря. Серьезно. Серьезно, такое тоже бывает. Или тарелки переворачиваются, все, и разнос переворачивается. И он просто пинает на самом деле. Стопой своей лопастной. И пища духовная просто. И он говорит, ну ладно, ладно, ладно. Хорошо, ладно, послушай. Пища просто светится. Это не слышно. Но если брамачари готовит, или браман готовит, Кришна ест, сразу же, он сразу же накидывается у него как голодный. Потому что когда брамачари готовят, Шримати Радхарани помогает. Что брамачари, у них нет квалификации приготовить нормально. Они еще автономные, полные все. И поэтому сама Шримати Радхарани приходит и помогает готовить. И Кришна знает, что там Радха готовит. И он вкушает ее. Ну а браман, он говорит, это мои уста. Если браман готовит, то Кришна говорит, что он вкушает. Что там тоже Шримати Радхарани присутствует. Что браман полностью принадлежит Шримати. То есть, когда мы предлагаем и читаем Дхамму Матху огне, получается, не только должен медитировать на духовную практику? Да. Нет, когда мы Матху, на этом мы Господа Читания прославляем, это же его. Да, надо на него и медитировать. Представляем его качество. Самое милостивое воплощение, которое только можно придумать. Причем оно скрыто еще. Не всем откроется. Ну что, останавливаемся. Сейчас будет завтрак. Еще раз текст прочитаем. Только освежить память. О царь, все мы, и ты, и твои жены, советники и министры, а также все движущиеся неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во Вселенной, просто в течение какого-то времени играем роль своей роли. Мы ничего не знали об этих ролях до рождения и забудем о них после смерти, поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально. Нарада Яндира наставляет Читракету. Гранта Рашима Бхагаватам. Ничего не